привет как только вы видите или слышите слово крым или человек который туда уехал приехал сразу же автоматически возникает ассоциации россия украина и вот э, все проблемы которые с этим связаны и в общем-то прошло много времени с момента присоединения и люди как-то совершенно забывают что крым это вообще-то ну некая уникальное место, уникальная экосистема, он разный, и не мешало бы вообще об этом рассказывать периодически, но нет. Всех вот, я даже когда уезжал или приезжал, очень много вопросов, что там, как там, зачем и почему. На моем канале есть немало роликов с прошлых поездок, я был там еще и при Украине, и после Украины, и вот опрос сделал, который до сих пор людей волнует, был сделан в 2015 году. И боже что мой, какие там комментарии потрясающие. Меня тема Украины не волнует уже ну, давно, там, больше года. И, собственно, все, что там происходит, понятно. У меня есть немало людей, которые ко мне на экскурсии приходят и которые оттуда добровольно уехали. Еще больше людей мне пишут э, и рассказывают свои истории, задают какие-то вопросы. Ну, плюс ты не можешь исключить эту тему из своей жизни, потому что как только ты залезаешь там в какую-нибудь ленту в Facebook, допустим, там обязательно что-нибудь да промелькнет. Поэтому у меня на канале э, эта тема всплывает только в разрезе проекта Россия ⁇ Чужой взгляд ⁇ если она присутствует вот в каком-то очередном американском сериале. И, кстати, в одном из следующих выпусков как раз-таки как раз будет. Один из таких сериалов, где тема Украины обсасывается. Но я уже по этому поводу все сказал и повторяться не собираюсь. И в этом выпуске мне бы хотелось поговорить про те вещи, про которые ну, либо не говорят, либо просто, может быть, говорят, но как-то я. я этого не замечаю. Это проходит мимо меня. Во-первых, я последний раз летал зимой 16-го года и я прилетал еще в старый аэропорт. В этот раз я прилетел и, честно говоря, вообще не понял, куда я прилетел, потому что, ну. Такое ощущение, что в Копенгаген. Вот этот новый аэропорт, совершенно какой-то снос башки, реально. Там, правда, выяснилось, я даже сделал пост в ВКонтакте, мне люди объяснили, я-то улетал, особо там не гулял по аэропорту, но там есть такая стена зеленая, огромная. И внизу на стене написано, что это самая большая в Европе зеленая стена. Выяснилось, что нет. Оказывается, там все-таки часть этих растений, они искусственные. Ну, везде кругом обман. Проезд из аэропорта в город по-прежнему адских денег стоит. Произошло жесткое подорожание. Если раньше троллейбус стоил 7 рублей, то сейчас автобус идет аж за 13. За 13 рублей вы доезжаете из аэропорта в самый центр Симферополя. Ну... Кому в Москве об этом рассказать? Жопа по-прежнему наблюдается, и, собственно, я уже говорил неоднократно, что крымчане, ну, они сделали выбор не между хорошим и плохим, а между плохим и очень плохим. Они вместо очень плохого выбрали плохое. Но, тем не менее, есть тенденции к улучшению. Во-первых, дороги постоянно строятся, я это и тогда еще замечал, и сейчас. Вот я ехал из Судака Симферополя, рядом прокладывают трассу. Я думаю, что когда ее проложат, все будет еще лучше. Но побережье абсолютно пустые. Мы спустились с горы Веселых, где мы стоим там в Можжевеловой роще на скалах периодически абсолютно пустой пляж я спрашивал у местных и они говорят что такая тенденция сохраняется вот последние два года надеялись на постройку этого моста но я думаю что возможно это все изменится к лучшему когда пустят поезда потому что пока что основная коммуникация идет через э, аэропорт и на своих автомобилях люди приезжают и конечно же вместо того чтобы ввести какую-то логичную политику ценовую на Авиабилеты все как обычно, да. То есть зимой ты можешь летать за 2 копейки, летом никогда. Поэтому у народа есть выбор, куда полететь в Крым или в какой-нибудь там Египет или Турцию. Многие выбирают тупо Египет или Турцию. Ну, потому что это А, дешевле, Б комфортнее. Ибо сервис э, сервис, да, как обычно, оставляет желать лучшего. У нас было пару совершенно уникальных ситуаций, но я не хочу на этом заострять внимание. Э, что хотелось бы сказать, что. При Украине люди просто расслабили булки. Ну и Россия, какой бы она ни была, она все-таки пытается какую-то законность вводить. Понятно, что там идет пилеж бизнеса, понятно, что там у кого-то что-то отжимают. Я сейчас говорю не про это, а про бытовой уровень. Ну, не знаю, там санитарные книжки, да, санэпидемстанция. Но никто же до этого ничего этого не знал, и никому ничего этого не нужно было. И таксист, который нас вез из Громовки на побережье, он говорил, что при Украине было все более демократично. В чем это выражалось? Ну, в том, что все могли торговать где угодно, чем угодно, и никто им за это ничего не предъявлял. А тут вот, видите ли, как оказывается, надо иметь какие-то документы, какие-то сертификаты. Что это вообще такое? Кто это придумал? Зачем? И это все, понимаете, в тоталитарной России. Если бы они заехали в тоталитарную Европу или в тоталитарную Америку, они бы вообще охренели от того, какие там нужны иметь разрешение на определенные роды деятельности. Но это так, немножечко ли затравочки. Я же хочу рассказать совершенно вообще про другое, про вот поход, который состоялся в этот раз. Дело в том, что обычно мы ходим толпой, а в этот раз мы пошли с Валерой вдвоем. Вот у меня есть выпуск про поездку в Пекин, вы там можете его видеть, он там вертушечки крутит на китайской стене. И дело в том, что просто у меня по весне были очень жесткие проблемы со здоровьем. На нервной почве я спал по 2-3 часа в сутки. Ну, то есть это как бы мало кто замечал, потому что я как-то старался быть бодрым и так далее, но лицо у меня серело, и я понимал, что еще дальше я просто сдохну. И вот Крым, он, он дает просраться, вот он реально дает просраться, и я специально, я не хотел ехать в июне, мы обычно в августе это делаем, но вот тут так получилось, что Валера туда летел, и я присоединился буквально на неделю, то есть у меня был пятидневный поход, я потом спускался, буквально там сутки на скалках, покупался и сел к своим знакомым в Симфике, переночевал в аэропорт обратно в Питер. И вот что выяснилось. Дело в том, что вообще такое хождение по так называемым горам. Ну, я понимаю, что вот там какие-нибудь профессиональные альпинисты, которые, знаете, вот они там под тесным скалам там больше километра ползают, там спят в своих этих гамаках иногда там, в минусовую температуру. Ну, то есть для них это все просто, как, я не знаю, левой пяткой там что-то почесать. Но я не такой, я обыкновенный человек, тем не менее, то есть поход по горам, это, во-первых, рюкзак достаточно тяжелый, во-вторых, что самое главное, это постоянно вот-вот-вот вот вот так вот. Вот-вот-так вот вот-вот. И очень обидно бывает, когда тебе надо забраться на какую-нибудь гору, ты смотришь, и вот ты вот перед этой горой поднимаешься, а нет, надо еще спуститься, и еще раз подняться, а нет, надо еще раз спуститься и подняться, и вот после этого уже тогда подняться окончательно. Это тяжело, но это дико полезно. Это дико полезно, и три э, дня был вообще без связи, без всяких там мобильных историй. Я уж молчу про все эти контакты и соцсети. Это тоже очень полезно. Но главное, то есть первый день мы стартовали достаточно бодро. То есть забегая вперед, я могу сказать, что мы прошли за пять дней маршрут, который обычно, в общем-то, группы плану проходит за 8. И не потому, что нам надо было какие-то там подвиги совершать или там рекорды бить. Нет, просто ну вот мы как-то так включились, пошли вдвоем и вот пошли. И дело в том, что на второй день, когда мы от партизанки пересекали караби и с походом на стоянку на верхней Чигинитре. Было солнце, я там ходил уже неоднократно. На самом деле я всегда хожу, то есть я раздеваюсь, я хожу в одних трусах, кепочка на голове в этот раз, а раньше даже кепочки не было. И у меня никогда не было никаких там ни солнечных, ни тепловых ударов. А тут, короче, ну действительно был такой изнуряющий переход, поэтому, ну то есть его надо было, конечно, на две части разбить, но мы что-то втопили и у меня к вечеру реально, в общем, случилась тепловуха. Я еще пришел, там, колодец, в колодцах и в горных реках там вода эге-гей. Она не такая холодная, как в квартире. Если вы думаете, что это холодная вода, вы там не купались. Я всегда обливаюсь, потому что это мой пунктик, я не могу ложиться грязным спать. Вот мне надо хоть, я не знаю, там, из чашки, но чем-нибудь обязательно надо облиться. Я не служил в армии, но я был на сборах, и мне этого вполне хватило, когда летом мне вот это просто миляло. То есть в... мойся в рукомойнике, то есть вот подмышки, ноги, а вот это все как-то почему-то зачем-то не надо. Ну что я делал? Я набирал в пластиковые бутылки, обливался там просто. Сначала все надо мной ржали, а через неделю все нормально. Уже были коллеги, которые делали точно так же. Поэтому мне крайне важно облиться водичкой, совершенно плевать, какой она температура. Я облился и понял, что все, сейчас я вообще сдохну. Выпил тарафлюшечку, лег в 7 часов вечера и вырубился. И что вообще делать после теплового удара? Ну, надо как бы лечь, лежать, стонать, попивать там чего-то. Ну, можете погуглить. Но что сделал я на следующий день? Я встал и пошел дальше. И ходил, ходил, ходил. И я, в общем, очередной раз убедился, что если поместить свой организм в какие-то ну вот, условия, в какую-то ситуацию, где у тебя нет выхода, либо ты сам ее моделируешь таким образом, что у тебя нет выхода, организм начинает приспособляться. Это вот не жопой на диване сидеть, как в данном случае я это делаю, и трещать на камеру. Нет, ты идешь, ну, действительно, у тебя башка раскалывается, особенно к вечеру, но ничего ничего, ты справляешься, и в итоге все было хорошо. То есть, как мне кажется, крайне важно все-таки, вот, ну, у нас основная все не знаю, вот, публика, которая ко мне на экскурсии ходит, это в основном, конечно, офисные работники разных разных профессий и разных направлений, но это, как правило, вот работа, связанная там, вот, вот здесь. вот. вот с процессами. И, конечно, крайне важно оторвать э, жопу от сидения и что-то сделать подобное. Иначе, ну, иначе просто смерть. Ну, это еще актуально там в моем случае, потому что у нас есть такое клише, не служил ни мужик. Но ну, я никогда этого не понимал, потому что в армии мужиком становишься под э, давлением других людей. Э, ну, ты попробуй стань мужиком самостоятельно, без давления других людей. Но, тем не менее, вот опять-таки такие вещи позволяют э, ощутить э, то, что чувствовали, например, э, римские легионеры. Я, конечно, не был облачен вот прям один в один, но еще один момент, который я выяснил, я взял туда проверенную обувь, я в ней бегал. Я бегаю десятку, и я в ней бегал. Так вот, я в этой обуви умудрился натереть себе такие мозоли просто адские. И, слава богу, у меня были шлепки волшебные. И я в итоге вот последний день я шагал в этих шлепках. Я шагал в этих шлепках, я шел с этим рюкзаком. Ну, не в костюме Адама, но приближенным к нему, потому что, слава богу, погода уже была такая с облачками, и солнце не шпарило. И мы шли по древней римской дороге. Там, сохранилось, там сохранились плиты, там сохранилась кладка, там сохранились стены, которые они возводили. Вот, и все это было вот таким вот траверсом, ну, то есть, чтобы на гору можно было эти телеги поднимать. И ты идешь, и ты понимаешь, что вот эти люди ощущали. Может быть, у них были не такие эргономические рюкзаки, как ныне. Здесь я, конечно, не полностью соответствовал им, но вот ощущения, я думаю, примерно такие же. И вот этот вот факт, который, ну, для кого-то опять-таки, ну, ничего такого в этом нет, то, что я после теплоухи встал, пошел и шел, и шел, и шел, и шел дальше еще несколько дней, он, конечно, меня поразил в приятном смысле. И что я понял окончательно бесповоротно, что... Те же самые римские легионеры, любые, да, там какие-нибудь солдаты Александра Васильевича Суворова. Все наши там отцы, деды, прадеды, которые воевали во время, во время Великой Отечественной войны, они все просто готовые топ-инструкторы по кроссфиту и победители всех вообще возможных конкурсов, которые в этом плане проводятся. Потому что вот это все прошагать, промахать, неся на себе все, чуть не сказал, оборудование, да, там, оружие, обмундирование, да, затаскивать это все, ну, вот, переход с вору через Альпу, ну, это же вообще как бы застрелиться не стать подчеркивает очередной раз, что мы все-таки ленивые, ну, не любопытны тоже, но в данном случае первое. Поэтому я крайне вас призываю к подобным действиям. Не обязательно, конечно, в Крыму, но просто Крым идеально для этого места. Мне там писали тоже, там, а ты вот еще по Камчатке лучше походи, а ты на Алтай приедь и так далее и тому подобное. Но, блин, есть вопрос цены. Во-вторых, есть вопрос определенных условиях, в которые ты попадаешь, да, климатических, в Крымских горах, там просто шик. На море шпарит, в горах хорошо. Запахи просто адовые и сумасшедшие. Таких запахов я нигде никогда не встречал. И вот еще, что я в этот раз делал. Я набрал травок самых разных. Тут не все. Бессмертник там, лимонин лежит и вот это вот э, шалфея. То есть, опять-таки, я так как бы чайник, я в этом ничего не понимаю, но выяснилось, что э, трава, которая там продается, вот эти крымские травы, но они хрен знает кем собирались, хрен знает где, хрен знает когда. То есть, а важно, конечно, травку собирать в определенный момент, в определенном ее состоянии. Самое главное вот там, на высоте, потому что такая травка, она, собственно, сохраняет, э, не сохраняет в такой травке максимальное количество вот этих вот эфирных масел, столь полезных для здоровья. Вот я себе набрал, сейчас уже начал пить и буду пить, я думаю, до тех пор, пока это все не закончится. И последнее, что хотелось бы сказать, такая грустная философская, ну какая она, баня философская, просто грустная мысль. Э -э Валера, с которым мы ходили, он э работал инструктором э по туризму там в Крыму еще в Советском Союзе. И э вот он мне каждый раз рассказывает, как это тогда было, да? то есть э плановые группы. Во-первых, их очень много. Ты покупаешь путевку, ты приезжаешь туда, то есть у тебя поход длится на две недели две недели длится, ты идешь на самом деле не с таким тяжелым рюкзаком, потому что там есть стационарные стоянки. И э, реально эти стационарные стоянки, они остались, то есть остались вот эти бетонные плиты, на которые ставили такие огромные палатки. Ты приходишь, там тебя встречает полевая кухня, ты ешь, и, э, в общем, реально две недели ты вот так вот, вот идешь. Потом еще можешь на море отдохнуть. И стоило это все абсолютно приемлемых денег. То есть вот мне рассказал, что, соответственно, с 20 рублей он получал, 20 рублей там самолет стоил, плюс сама путевка. Ну, в общем, это вполне укладывалось по зарплате, если не меньше. Да? То есть, э, люди ходили толпами, э, это все было налажено, были проложены маршруты, ну то есть там 25 и 144, то есть это я спросил, почему 25 й что столько в Крыму маршрутов, он говорит, нет, это все, все союзные маршруты, то есть там был первый маршрут э, и, и так далее по всему союзу. И это все было дико развито, я это сам прекрасно помню, вообще вот эта тема походная, она в Советском Союзе цвела и пахла. Ну достаточно упомянуть эту всю барду песню, да, это ж откуда ноги растут. Что сейчас э, там в Крыму ровным счетом ничего? Вот абсолютно ничего. То есть ты идешь, ты видишь эти стоянки заросшие лопухами, домик лесника вот э, на кордоне за партизанкой, весь, где они раньше вообще останавливались, там у этого лесника э, ночевали у него. Он весь разбитый, засранный, то есть, как это принято говорить, мерзость запустения. И я абсолютно, ну то есть у меня есть выпуски тоже посвященные Советскому Союзу, есть отдельный выпуск про плюсы и минусы Советского Союза. Я абсолютно вообще не фанат этой системы, я прекрасно понимаю как бы все ее минусы, но я точно так же понимаю все ее плюсы, и вот это как раз тот плюс, который был дико просран и от этого становится крайне просто печально, грустно и вообще не по себе. То есть, по идее, бы это, конечно, хотелось бы как-то возродить, чтобы там народ опять, ну, то есть мы прошли маршрут, ну, мы даже раньше все-таки кого-то там встречали там и прочее. Здесь, но ну, мы, правда, шли немножко другим маршрутом, чем обычно мы ходили, мы там, у нас Джурла, потом Хабхал, Улузень, потом Ай-Алексий, потом мы на Нижнюю Чигу и дальше, соответственно, Какасан. и там обычно финализируем. В этот раз мы закончили у Синего Камня, Валера говорит, что он первый раз за 10 лет туда зашел, дошел, наконец, благодаря мне. И за всю вот эту вот наш переход мы встретили, значит, одного мужика, он шел налегке, в самом начале он шел на джурлу, потом еще на, на Паскогорье мы встретили еще двух человек, они шли в обратную сторону, и все. Потом мы уже где-то там встретили просто джип с пикником, народ заехал там, значит попить винса и водочки, и больше мы не встретили никого, ровным счетом. Для меня это, конечно, большой плюс. Я выехал туда, чтобы отдохнуть от всего, что меня окружает, но я прекрасно понимаю какой-то минус вообще для Крыма и для местного населения, потому что опять-таки, ну вот пляж, где мы обычно останавливаемся, он, он абсолютно пустой и шалман, который там, в котором мы обычно едим, который держит татарин, и он начинал там еще в Советском Союзе торговать, он еще даже его не открыл. Он его даже не открыл, потому что зачем? Ну, то есть, середина июня, казалось бы, разгар сезона нет, сезон еще даже не начался. Ну, и отсюда логичный вопрос, а сколько он будет продолжаться? Ну, там, два, ну, два с половиной месяца. Поэтому вот с такими мыслями я приехал в этот раз из э, Крыма, и я думаю, что в следующий раз обязательно поеду летом. Возможно, мы пойдем уже не на восток, а на запад, там я вообще ни разу не был. И будет крайне интересно, как э, повлияла все-таки ситуация на состояние туризма в Крыму в связи с пуском именно железнодорожного сообщения через этот мост. Потому что, конечно же, основной контингент для тех, кто там и торгует, и сдает жилье, и т.д. и т.п. Это так называемые дикари, те, кто приезжают именно на поездах. А напоследок могу сказать, что в Симферополе я пил воду из-под крана. Она там артезианская и очень вкусная. Я, честно говоря, в приятном удивлении. Так понимаю, что это, скорее всего, можно делать не во всех домах, но конкретно в том доме, в котором мы жили, возле железной железнодорожного вокзала, там вот проверенная скважина, и это, конечно, зачет. Значит, в конце о том, что вас ждет по части экскурсионной программы, чтобы не забыть, прямо взял с собой телефон, где у меня встреча забита. Значит, 27 июня, это среда, в Петербурге в 20.00, Романова без соплей, от Константина до Владимира. Это мы будем гулять по миллионной. Улицы, причем мы начнем на Марсовом поле, в самом центре Марсового поля, и потом пойдем по миллионной, начиная от э, мраморного дворца. В Москве 30 июня, это суббота, по традиции в 13.30, где родился терроризм Тверская и Столешников. Я расскажу про, соответственно, первую террористическую прокламацию, где она родилась, про покушение на Дубасова, не совсем удачная для террористов и у, удачная для него. И потом мы пойдем по Столешникову. Там, соответственно, гилеровский и все, что с этим связано. 16:30. Камергерский и Кузнецкий мост, Бабло против Чехова. Ну там очень разносторонняя информация, и театр, и Кузнецкий мост, и Вечные Французы, и Чехов тот же самый наш, который уже не, не раз упоминался во время моих экскурсий. Это, соответственно, 30 июня 16.30. В Петербурге воскресенье 1 июля по многочисленным просьбам я проведу в 19.00 экскурсию «Путин мутит» про гупницкий Ленинград. Дело в том, что Владимир Владимирович ведь неспроста начал заниматься самбо. На это были определенные причины. Соответственно, в Басковом переулке или в Басковом, как его некоторые называют, мы погуляем и начнем с Ковенского. Вот про это все, ну и про все, что там также связано не только с нашим нынешним президентом. А 4 июля в среду в 20.00 у нас будет экскурсия в Петербурге, неизвестный горький и Петероградская шпана. По мотивам моей лекции в Нижнем Новгороде расскажу немножечко вот все, что связано с Горьком именно на Кромерском проспекте. Пойдем по этому Александровскому саду погуляем. Ну и закончим возле зоопарка. Расскажу, как он жил во время блокады. Все ссылки на встречу есть в описании под этим выпуском. Оставляйте там же комментарии. Увидимся. Пока. Здесь была куча воды. Я, как, просил не пить, помнишь? Да, не пить. И не пить. И не петь. Обалдеть.